превосходительство! Ваше превосходительство! Это я! Что вам угодно? Ваше превосходительство, я пришел получить 100 тысяч фальшивых талеров. Это вознаграждение причитается мне, потому что это благодаря моим заслугам были задержаны враги нашего златокудрого короля. Да, да, да. Этого в карцер, да. Этого в карцер. Понятно, понятно. Это значит, вы написали донос, да? Да, ваше превосходительство. Прекрасный. О, благодарю вас, ваше превосходительство. Здесь все правда. Правда. Клянусь, чистая правда. Чистая правда. Да, ваше превосходительство. Он утверждает, что говорит правду. А по статье 83/13 пункт А за правду полагается тюрьма. Нет, ваше превосходительство. Нет, нет, нет. Пункт Б, виселица, виселица. Так что, милый, я сразу понял, что ты не в себе. Ваше превосходительство. И марш в санаторий, пока я не отправил тебя на виселицу сразу же. Не надо, ваше превосходительство. Надо. Не надо. А, да. Ваше превосходительство, ну, вы не причините мне такую несправедливость. Я не сторонник лжи. Я написал вам об этом в своем письме. А, вот в этом? Да, да, да. Друг лжи. Да. Да, точно. Честно, друг лжи. Друг. Правда. 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 Это чистейшая правда. Вот ты и попался второй раз. С тобой ясно. Санаторий, там у тебя будет время одуматься. На свободе ты социально опасен. Я? А, ваше превосходительство. Вы хотите присвоить мое вознаграждение? А насчет твоего вознаграждения, то клянусь золотой головой нашего государя. О! Опа! Ваше превосходительство, я буду жаловаться королю! Златокудрому! Да-да-да, златокудрому королю! Жалуйся!